Здравствуйте, меня зовут Телков Сергей Валерьевич, я специалист по новостройкам в городе Рязани. В этом видеообзоре опять нахожусь на жилом комплексе «Метропарк». Основная новость – то, что появились планировки 5-го дома жилого комплекса «Метропарк», хочу вам сообщить. Ну и небольшой обзор, покажу вам, что сейчас происходит на стройплощадке. К вашему вниманию обзор. Так, ну начинаю свой видеообзор вообще про весь жилой комплекс «Метропарк», что происходит, что это за дом. Ну вот, смотрите, жилой комплекс «Метропарк», строит застройщик «Северная компания», ориентир – торговый центр «Метро», центральный автовокзал. Перед вами первый дом, который сдан, заселен, то есть, видите, и детская площадка, и вот плитка, все красиво, и парковочные места, все как бы имеется, пожалуйста. Сейчас перед вами второй дом жилого комплекса «Метропарк», который сдается в две очереди. В 2024 году первая очередь, и в следующем году сдается вторая очередь. Нужно будет по подъездам, я уже рассказывал, поэтому коротко. И вот перед вами третий дом жилого комплекса «Метропарк». Это дом «Свечка», он принципиально отличается от второго и первого дома. Тут и высота потолков выше, и квартиры больше. Ну, кому как, на каждый кошелек, на свой карман и вкус. То есть можно приобрести квартиру в «Метропарке». Нужен вам третий дом, пожалуйста, вот планировки побольше площади. Во втором доме есть, на мой взгляд, интересные трешки в подъездах, которые сдаются в 2024 году. Поэтому трешки есть и здесь. Вообще вот жилой комплекс «Метропарк», вот первый, второй дом и четвертый, который строится чуть дальше, всегда присутствовали квартиры-студии, квартиры небольшой площади, которые также пользовались спросом. Вот смотрите, второй дом, первый, третий. Чуть подальше, там Академия единоборств. Основной, конечно, хочется продемонстрировать вам. Я думаю, будет интересно тем, кто купили здесь квартиру, а находится не в Рязани, нет возможности приехать, посмотреть своими глазами, ну, скажем так, последить за тем, как строится дом, недвижимость, в которой вы приобрели. Идет работа по дворовой территории. То есть вот в данный момент демонтирован забор, потом в последующем забор между очередями будет вообще убран, но сейчас идет работа по асфальтированию. Сейчас вам приближу. Вот смотрите, уже облагораживается дворовая территория, так как вот 4 подъезда второй очередь дома сдается в ближайшее время. Сейчас вам еще проведу. Смотрите, красота. В принципе, дом приближается к сдаче, потихонечку все работы доделываются, как и положено, дворовой территории в том числе. Сейчас на набережную еще спущусь, покажу вам, как, если не знали, что здесь есть набережная, есть место для прогулок, есть корабль, который опять вам продемонстрирую, мне очень-очень нравится. Так вот, немножечко пройду. Раньше был даже такой рекламный слоган: жилой комплекс «Метропарк», дом на набережной. Кто не знает, вот расскажу, то есть тут протекает река. Вот первая очередь. И вот прям совместно со строительством корпусов очередей жилого комплекса «Метропарк» облагораживается и береговая территория, набережная вот этой вот речки. То есть здесь построили вот этот корабль классный. Сюда люди приходят с детьми гулять. Вот я недавно даже приезжал со своими малышами. Вот они тут полазили. Интересно, природа, вода. Утку даже здесь нашли, увидели. Вот есть такой корабль, в котором можно, ну, типа, как небольшая детская площадка. И песочница, пожалуйста, вот здесь есть. Но я к чему говорю. Сам жилой комплекс «Метропарк», он начинает строиться вдоль набережной. И потихонечку за ним начинается облагораживаться и набережная. То есть вот тут будет зона прогулки, ну, практически там вот отсюда, с левой стороны. Кстати, сейчас пока вам показываю это. Торговый центр «Метро», то есть все тут рядышком, все магазины. И вот можно будет гулять. Тут полазили по кораблю, там песочница. Посмотрели за утками, подышали воздухом, на лавочке. Здесь спортивные, пожалуйста, снаряды. И туда, дальше. За строительством домов жилого комплекса «Метропарк» будет также интересно строен и вот так же качественно отделываться и набережная. Будет прогулочная зона практически там. Много-много там метровое там получается. Поэтому очень хорошо для жителей, для гостей выйти подышать воздухом на набережной рядом с жилым комплексом «Метропарк».
Вот сейчас в данный момент приближаюсь, опять же приближусь к заборчику такому разделительный, где идет строительство второй очереди жилого комплекса Метропарк. Вот перед вами дом башня, это третий дом, за ним будет располагаться жилой комплекс Метропарк, пятая очередь. 8 подъездов, автономное отопление и электроплиты. Ну и квартиры, соответственно, на любой вкус. Квартиры-студии, полноценные однушки, двушки и трешки. Вот такая информация, я считаю, очень важная. Поэтому, если интересуетесь недвижимостью, знайте, что появился такой объект. Пятая очередь жилого комплекса Метропарк. Так, ну показал вам стадию строительства жилого комплекса Метропарк. Новость о пятом доме, конечно, интересная. Кто ищет недвижимость в городе Рязани, знаете, такой объект появился. И квартиру, которую можно забронировать. Так, ну, нужны какие-то вопросы. Ну, мой телефон в описании под видео увидите. Для понимания, если есть интерес к пятому дому, оставлю ссылку в описании, также в комментарии с планировками пятого дома жилого комплекса Метропарк. Ну, смотрите, если будут вопросы, задавайте. Ролик заканчиваю. Всем доброго, до свидания.